На эти деньги обновят взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перроны для стоянки самолетов и ограждения. Кроме того, за счет федеральных средств аэропорт Челябинск рассчитывает до 2020 года сертифицировать взлетно-посадочную полосу, чтобы круглогодично и при любой погоде принимать все типы воздушных судов без ограничений по массе. Летом в Челябинском аэропорту начали строить новый терминал внутренних авиалиний. Завершить работы планируют к ноябрю следующего года, а принять первых пассажиров в январе 2020-го. Международный терминал планируется построить к 2022 году. И в новом, и в международном мы гостей встречать будем. Сами понимаете, российский рейс или внутренний рейс, если была совершена посадка в столице, предположим, то гостей мы встречаем в новом терминале, в российском. Если самолет прилетел из-за границы, то, конечно же, мы будем встречать уже в обновленном международном секторе.